Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые зрители. Мне очень приятно, что мой фильм «Роль» вошел в конкурсную программу такого высокодуховного, уважаемого кинофестиваля «Фреска». Я бы хотела поблагодарить отборочную комиссию и мою команду, и, конечно же, мою киношколу, высшая школа кино «Арка», и обязательно моего мастера, художественного руководителя фильма, режиссера, сценариста Николая Лебедева. Вы знаете, часто того не подозревая, мы играем роли в судьбе самых близких людей, а иногда тех, кого мы видим впервые. Иногда это маленькие роли, иногда очень серьезные и неожиданные. И фильм «Роль» — моя дипломная работа, и он тоже сыграл значительную роль в моей судьбе и судьбе тех, кто принимал участие в этом фильме. Благодарю. Приятного просмотра!